despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Вот пришли мы к Оксаночке. Оксана наводит красоту Даши. Посмотрите, какие у нее волосы. Это вот у нас семейная все-таки, да, Марина? Семейная у нас волосы красота такие. Семейная, да. Да. Вот с этой стороны покажу. Гладкие, блестящие. Да. Прям можно делать рекламу. Вот знаешь, вот так. И медленно. Сейчас вот мы сделаем красиво. Там а мне покажите, какой продукт ты ей продала. Моим подписчицам надо знать. Это чего такое? Кевиер. А я тебе, ты, кстати, эту маску так пробовала. Ну, это маска, это ли защита? Это защита. Это защита для того, чтобы укладывать волосы. Угу. Кевиер. Да, я накладывала маску один раз. Ну, как она? Угу, хорошо. Я просто совсем немножко там, немножко же. Хорошо. Совсем чуть-чуть надо, да? Ну да, но да. Тяжело. Ну, в общем, вот, пожалуйста. Кавер. Ага. И, на икре, да, я так поняла, да, оно сделано? Да. Даша, повернись еще раз на нас. Во, как красиво, видите? Волосы-то какие нарядные стали. Вообще, что без Оксаны бы мы делали бы здесь, я не знаю. Ну, что да. Люба, что это я. Самые, мы теперь, да, только сюда. Ну все, девочки, мы поехали, вы уже не увидитесь с Оксаной. Да, Оксана, да, давайте, счастливого да. вам пути. Да. Спасибо вам большое. Приезжайте в Ригу. Зубы ставит. Да, да, это очень нужно делать. Зубы давай, Дашенька, учись хорошо. И мы вас тоже везде повозим, все покажем. Можем вас круиз отправить по Скандинавии. Вообще классно. Норвежские фьорды, Стокгольм. А русские там есть? Русские будут там? Будут. Русская фирма. Да, да, я шучу. Зачем вам-то русские? А слушай, сколько билет стоит? Нам в Латвию? Да. Ты знаешь, мы покупали Люфганзу, у нас получилось через Копенгаген мы покупали, у нас получилось. Что с памятью стало? 800 долларов. Так это вообще. Да. 800 долларов на человека. Да, да. 800 евро. Ну, да, евро. Ну в долларах. А, ну это не дешево. 740. Ну, долларов, значит, 1000. 1000 долларов. Да, 1000 долларов. Потому что. За 1000 евро. Все, Оксаночка, спасибо. Все, мы Наташка, пошли, надо, девочки. Надо ехать в круиз. Да. Так что приезжайте. Вот Дашенька, в Литву. Машенька. Да. Все вот тут мы. Все. Все, вот те девочки. Нарисовались, красавица. Не сотрешь. Да. Посмотрите на Даши, какое красивое белое платье. Надо. Мы вообще очень редко на ее размер можем найти, да, на нее. Да, да. А тут вообще просто обалденно, конечно. Даша, повернись немножко. Спиной. Очень красиво. Причем получилось так, что я купила такого фасона синее платье, Марина купила с цветами, а Даша вот белое. Я еще не купила. Но еще думает. Ну, вот еще такое у нее здесь тут померить. Красиво очень. Быстрее, да. А вот смотрите, какое красивое розовое платье. Да, ага. Даша. Бери оба. На одно. На самом деле очень красиво. Марина, бери оба ей. Сегодня у нас был последний день шопинга. Ну, не факт. Ну, и красоты. Короче говоря, я даже не снимала то, что мы сегодня покупали, делали. Ну, в общем-то, завтра мы решили поехать в парк, в Sea World, если нам удастся, если не будет дождя. Вот. Ну, Марина, расскажи, как тебе магазин-то Америки? Ой, так я уже рассказывала.
всего чего. Еще хотим? Да, глаза разбегаются, всего хочется, все фирменное, все красивое. Причем заходим в магазин, я говорю, девочки, мы идем только к сумкам. Сумки смотрим и выходим. Да, да, да. Причем они прямо от сердца говорят, что да, там. Они не обманывают. Как только они попали в магазин, труба дела. Не соберешь ни одну. Нет, ну мы сегодня купили, так скажем, мало, мало и по существу. Мы сегодня только Даше купили. Наконец-то нашли. Ну вообще купили красивые купальники, красивые платья. И красивые ей два платья нашли, да. Размер двоечка. Размеров очень этих редко. Вообще не найти, да, в Америке. Твои платьица, купальник, ну и рюкзак купили, в принципе, что и все, да. Сумочку маленькую, а все, мне ничего. Представляете, ничего не купили Маше-то нашей. Ничего. У нее она, я не знаю, сколько она платьев купила, платьев 15. Да прямо. Да ну что ты говоришь, никакие 15, я мерила. Ну хорошо, 13. Нет, я мерила много, купила так, изысканно. Нет, ну немного, ну что ты там меня уж прямо это. А что, 15 платьев, это прямо это, что ли? Ну что, придется сделиться со всей Ригой. Так, девочки-рижане, кто ждете Марину? Да, бегите бегом. Рассказываешь секреты. Бегите бегом, сейчас нам будут продавать что-нибудь. Нет, нет, не купила, будешь продавать? Я купила, так скажем, среднее. Люда, кстати, тебе привет. Людочка, Люда, я тебя очень много слышала. Я знаю, что ты Маринина подружка, поэтому да, привет, да, тебе, да, передаю. Я не знаю, девочки, будешь ли ты смотреть. И Даша тебе привет передает, и Люда. Я. Видишь? Да. Видишь? Милочка вот, моя. Скучает, да, они по тебе. Да, да, ну да. Хорошо иметь подружку, конечно, это хорошо. Еще вы давно с ней дружите? Да, да, у нас очень такая искренняя дружба. Да, это классно. Много лет. Ну, помаши Люде рукой. Людочка. Ну вот, видишь, как классно. Привет. Да, скоро встретимся. Как прилечу. Мы с девочкой пришли в ресторан. Фудзияма. Да, Винюша там подъезжает. Не только с девочками здесь. Да. Винюшу взяли с собой. Он себя хорошо себя вел. Вот такой вот ресторанчик Фудзияма. Вот здесь, видите, вот здесь в этой стороне здесь готовят суши. Там отдельный зал, где готовят при тебе. Вот видите, тут такой зал. Кибачи называется. И тут при тебе готовят. Делают прям целое шоу. Я как-то показывала в своем видео. Ну да. О, смотри. Да, да, да. А ты так же хотела? How my Venusia doing? Good, greetings. That's always fun. Look at this light. Light is not good. Господи, такой свет. Не дай бог вам такой свет попадется. Вот девочки тоже решают, чтобы им заказать. Вообще мы уже заказали суши, они решают что-то попить. Что-то попить? Мы пробуем горячий саке. Даша тоже глотнула, ей не очень понравилось. А мы с Мариной тут гум. Очень горячие прям. Чин-чин. Cheers. 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 Окей. На здоровье, сказал Винсент. Давай. У них, видите, подходит уже отпуск, до, как говорится, к концу. Да. Очень. Да. Не понравилось, Даша? Нормально. Нормально? Сейчас будем выносить по одному. I can't drink that stuff. И вот нам принесли суши. Посмотрите, вот эти два вулкана. Значит, здесь лобстер и еще кранчи. И еще нам принесут мидии очень вкусные. Посмотрите, какая красота. Красиво. Да, красота необыкновенная. Девочки, приятного аппетита. Да, спасибо. Посмотрите, какие нам принесли. Мидии. Называется вулканус. Марсус. Опустили столы. Посмотрите, все съели. Марина, как понравилось? Так вкусно! Что тебе больше всего понравилось? Ой, да все, я не знаю. Мне все суши понравились. Очень все хорошие исходные продукты, видимо. Очень свежая рыба, свежие мидии. Поэтому вот исходные продукты дают такой вот прекрасный готовый продукт. Да, вкусно. Да, понравилось очень. Саке пусто, суши пусто, желудки полно. Так и есть.
вся наша банда выходит из ресторана. Времени 7 часов. Марина, будешь нам сегодня показывать платье свое? Да, обязательно. Мы с Дашей ждем, когда нам платье будут показывать. Что там она сегодня купила? Ой, смотрите, какой ливень. Ой-ой-ой, дождик идет. Дождик лей-лей-лей. На себя и на людей. Видите, сейчас машину придет. Да, сейчас он с машиной придет. Ничего. Винсент у нас джентльмен. Он пошел за машиной, и мы сейчас быстренько раз и сядем. Вот. Марина у нас в новой кофточке сегодня. Посмотри, какая красивая-то. В белых шлепочках. Нет, это кроссовочки такие у нее. И кроссовочки у нее Томми Хилфигер. И джемпер у нее Томми Хилфигер. И рюкзачок у нее Томми Хилфигер. Слушай, тебе они должны платить за рекламу. Да. Вообще. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu